Вот гармошка русского строя, то есть вот в одну сторону тянешь мех, получается тоника, в другую доминанта, то есть разные ноты. Одна и та же кнопка, а ноты разные. На разжим. Вот нажим. И в левой то же самое. Разжим. Сжим. Ну, например, русского. Можно тут разными способами играть, например, вот так вот. Или по-другому. Ну, в общем, по-всякому, по-разному. Тут самый простой вариант, вообще можно хоть на двух кнопках вообще играть, но это, конечно, только для начинающих, для самых, понятно, это не самый интересный способ. Постоянно каждая смена аккорда, тут получается смена жим-рожим, то есть получается. Цыганочка, например, может. То есть получается, тянется мех в одну сторону. Вот теперь на разжим. Теперь опять нажим. Нажим. Ну, тут то же самое, вот такой самый простой вариант. То есть получается нажим. Нажим. Это было нажим, теперь опять нажим. Опять на разжим. То есть на этом заканчивается на разжиме. Ну и так далее, в общем.